Что ж, всех приветствую, друзья. Всем доброго времени суток. С вами Вайпер, и сегодня мы поиграем в игру Police Force. По-моему, эта игрушечка старенькая, но кому как, друзья. Ну, на мой взгляд, поиграть можно, если что, так от нечего делать. Это симулятор полиции. Конечно, я жду нового симулятора Police Force 2018, если я не ошибаюсь, который выйдет где-то ближе к лету этого года, друзья. Довольно-таки интересно. Кому интересно, можете поискать в Ютубе, посмотреть видео. Так, чем напоминает вот эта вот вся игра, вот эта обстановка, музыка, напоминает все, знаете, игру Emergency. Стратежка, там нужно было выполнять всякие различные задания по различным там происшествиям, где-то там ураган или наводнение, еще что-то случалось. Очень такие отголоски все-таки той игры присутствуют здесь. Вот. Ну, здесь будем выполнять различные задания, арестовывать преступников, патрулировать дороги также, ловить наркобаронов, ну, все прочее. Давайте начнем новую карьеру. Так, новая карьера. Начинаем. Так, у нас, кстати, даются два персонажа, за которых мы будем с вами играть. Здесь можно поменять имя, это я делать не буду, мне это не нужно. Так, ну давайте начинаем. Значит, у нас сейчас брифинг, оперативная группа, Сьюзен Чарльз и Марк Энджел. Они у нас стажеры, будем развиваться. Так что ж, друзья, можно начинать смену нашу. Начинаем дежурство. Так. Значит, это пока что у нас просто обучение. Так, походите вперед-назад. Простое, в принципе, управление. Так, удерживайте Shift, чтобы бегать. Это ежу понятно. Так, можно переключаться между персонажами. Блин, давайте уже начинать дежурство, ё-моё. Так. Да я понял, я уже научился переключаться. Так, нужно достать, нам говорят, что достать вот этот вот карманный персональный компьютер и подойти к любому персонажу, который здесь ходит, и можно проверить его. То есть заходим вот так в зону, заходим. Стоять. Так, и видим, что статус его сразу же в данное время, он в розыске. Так, закрываем. Блин. Так, у нас появилось дополнительное еще задание, то есть поймать этого ублюдка. Основное, конечно, пока пройти обучение. Так, забегаем и... Сука. Как же так-то? Блин, я за тобой бегать, что ли? Сука, буду бегать тут полдня. Давай, 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 давай. Бабище ты куда там побежала? Все. Вот так легко и просто было. Просто забежать в синюю зону и захватить, нажать правой кнопкой мыши на наручники, и все. Так, выбираем рацию, вызываем полицию. Ну, то есть преступник сейчас автоматически у нас укатится в автозаке. Все. Уехал. Замечательно. Ну, я так понимаю, что обучение у нас уже пройдено. Ну, а теперь начинается... Начинаются сами задания. Так, сейчас посмотрим. Что же такого интересного здесь нам будут предлагать? Так, итак, у нас, значит... Мужчина приклеивает незаконные плакаты на стены домов в вашем районе. Кстати, район патрулирования потом будет расширяться со временем. Будут большие локации, где можем там, ну, короче, проводить операции свои, искать преступников и все прочее. Так, значит, дальше читаем. Найти подозреваемого, арестовать, увести его на допрос. Кроме того, найти и сорвать все плакаты со стен. Надеюсь, на карте мне это будет помечено или ни хрена.
По-моему, нет. А вот где его искать? Я вообще в душе, конечно, не приложусь. И, кстати, друзья, скажу вам, что я вот пробовал уже играть в эту игру. И когда начинаешь новую карьеру, то все задания всегда по-новому как-то вот они начинаются. То есть там найти наркокурьера, там арестовать какую-то машину определенную. Да, кстати, если мы увидим, вот, допустим, я показываю машину, и увидим машину без номеров, можно погнаться за ней в погоню. Так. Значит, там подозреваемый. Кстати, друзья, я вижу уже первого нарушителя. Ну, ничего страшного, я тоже, конечно, нарушитель. Я проехал на красный свет. Я вижу первого нарушителя. Это как бы вот эти вот такие независимые задания, они дают очки и прибавляют потом опыта. Мы видим, машина стоит на тротуаре. Так, берем КПК наш. Да, и видим, что незаконно припаркованный автомобиль у нас. Здесь все легко и просто. Вызываем просто эвакуатор. И машину сейчас должны забрать. Вот. То есть, а-ля улю. Машина уехала. Да, плюс 75 опыта нам дали. Так, значит, задание у нас основное. Найти подозреваемого, арестовать, забрать его для допроса и все прочее. Так, кстати, есть громкоговоритель, чтобы останавливать автомобилистов. Есть, ну вот, проблесковый маячок. Пока просто прокатимся, поищем этого парня, который у нас там плакаты клеит везде, блин. Так, еще одна машинка. А пока ездим, можно и... Так. Ну да, соответственно, вызываем эвакуатор. Так, вот это у нас машина, кстати, без номеров, смотрите-ка. Давайте пробьем ее по КПК. Автомобиль не зарегистрирован. Так, я не знаю, получится сейчас погнаться в погоню. Блин, он, наверное, уже умотал. Кстати, странно, я вызвал эвакуатор, а вон он у нас стоит. То есть он ждал, может, пока я отъеду. Стоять. Стоять. Вот наша машина прямо сзади, твою мать. Как же я так не заметил? Надо же так просто это было сделать. Просто ударились в машину. Так, я смотрю, преступник вооружен. Так, ну у меня есть, кстати, тоже некоторое оружие. Берем дубинку. Все, замечательно. Чувак готов. Я не знаю, стоит ли проверять его. Нет, смысла нет уже. Так. Вызываем скорую помощь сюда. Так, какого хрена эвакуатор ты его не забрал? А, он грузит ту машину. Ну, ты вообще офигеть. Так, ладно. Давайте займемся все-таки основным нашим заданием. Поехали, короче. Искать чувака, который расклеивает плакаты где ни попадя. Не знаю, может, я его, конечно, замечу где-то. Так, нам говорят, что где-то украден портфель. Надо найти, короче, подозреваемого. Ладно, может быть, там... В следующий раз как-нибудь. Так, самое главное не сбить пешеходов, потому что... Так, вы покинули свой район, я понял. Потому что задание у нас сразу же будет считаться проваленным, и мы начнем карьеру с самого начала. Так, нам нужно вернуться на свое место. Локации, где мы начинали. Потому что вот этот белый район на карте, это только здесь мы пока что имеем право ездить, патрулировать, искать преступников. Да, друзья, нам пофигу. Мы копы, мы имеем право
так. По-моему, вот я, кстати, нашел первый плакат. Ну, не то, что имеем право, да, но мы можем кататься, по крайней мере, по тротуарам. Так, ага, нажмите правую кнопку мыши, чтобы сорвать его. Так, угу. Значит, преступник где-то действует, скорее всего, в этом районе. Так, поездим. Ага, вот нам, кстати, да, кстати, на карте все-таки указывают. Аккуратно. Указывают стрелочки, где, возможно, может находиться этот самый уродец. Ага, вот, кстати, я вижу еще один плакат. Кстати, давайте переключимся на нашу Сюзанну. Ну. Срывай. Замечательно. Кстати, да, мы можем применять оружие здесь. Смотрите, есть пистолет, есть полицейский жезл. Мы можем останавливать автомобили. Можем поставить, кстати, треногу. Это у нас полицейский радар. То есть останавливать автомобили, превысившие скорость. Конечно, функций здесь не очень таки много. Но поиграть в свободное время так... От нечего делать, в эту игрушечку все-таки можно. Так. Блин, этот автомобиль так и стоит. Охренеть, хрен с ним, ладно? Так. Ага, вот ты попался, друг. А ну-ка нахрен. А ну-ка иди сюда. А, все, так просто, мы его арестовали. Просто надели наручники, это самое. Так, ладно. Вызываем полицейский автомобиль, который его заберет и везет в участок. А дальше продолжим срывать наши плакаты. Ну, не наши, вернее, а его. Так, это закроем, это нам не нужно. Так, я же его проверил. А, нет улик вне подозрения. То есть, блин, я думал, это, короче, чувак, который клеит плакат, а он просто стоял, смотрел. Охренеть. Так, а как отменить-то? Как ему снять наручники? Так, выбрать. Нет, блин. Ладно, короче, чувак, ты меня, конечно, прости, я не нарочно это сделал. Короче, ну как-нибудь там сам освободишься. Так, у нас остался один плакат. Блин, как жаль, это значит был неподозреваемый, ё-моё. Как же я так оплошал-то? Так, едем дальше. Ага, вот. Так, 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 вот на ту вон красную стрелку едем туда. Где-то что-то... вот он, еще один плакат. Так. Давай, мужик. Все, наверное, теперь нам осталось задержать. Ой-ой-ой. Задержать подозреваемого. Аккуратно, бабуся. Кстати, может он просто одет как гражданское лицо, я не знаю. Давайте проверим, подойдем вот, допустим, к этому. Нет улик вне подозрения. Давайте всех начнем тогда проверять просто. Но ведь на карте было указано, что он где-то здесь находится. Блин.
Где же он может быть-то? Кстати, вон тот вон тип что-то мне кажется больно подозрительным. Ну-ка. Нет. Нет, это похож не гриву, похож именно вот на того, который там был. Так, ладно. Садимся в патрульную машину. Поехали дальше. Если он расклеивал плакаты в этом районе, значит, он где-то, ну, по-любому он здесь должен находиться. Так вот, как он выглядит, мне интересно знать, во что он одет. Ага, карта указала вот сюда, на этот район. Вот сюда нам надо ехать, ну давайте посмотрим. Я, конечно, не уверен. Блин. Но опять же, он показал вот на этого чувака. Так, ладно. Не тот. Блин, я не пойму, почему вот эту машину вообще не забрали отсюда, ё-моё. Видимо, какой-то баг, скорее всего, я так думаю. И либо какой-то глюк в игре. Так, ладно. Продолжаем. Друзья. Блин, это же ведь может быть кто угодно вообще, да, так по идее. Так, друзья, значит, это был так, короче говоря, небольшой баг. Ну, тот чувак, которого мы все-таки повязали, который стоял в наручниках у дома, это был тот самый преступник. Я попробовал переиграть. И второй раз мы его задержали, и у нас миссия закончилась успешно. И теперь у нас, друзья, вторая миссия с вами. Значит, смотрите, здесь задание. Здесь задание найти какую-то жительницу дома престарелых, Лину Бирглер. Короче, она ушла из дома и, ну, из дома престарелых, сбежала просто. И, короче, нам ее нужно сейчас найти. Мы переодеты в штатское. Так, нам нужно ее найти и, я так понимаю, вновь арестовать и вернуть, вызвать отряд полицейских, чтобы они ее увезли в дом престарелых. Так. В штатское, наверное, мы переоделись потому что, чтобы она ничего не заподозрила. Возможно, она просто может быть сумасшедшая. Я не знаю. Так. Пока можно покататься. А вот где ее искать? На карте тоже ничего не отмечено. Блин, эта машина так и стоит. Я поражаюсь. Так. Так, вы покинули свой район. Понял, понял, понял. Возвращаюсь на место патрулирования. Стой, 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 аккуратно. Так, блин. Где она может находиться? Так. У нас дополнительное задание — демонстрация. Арестуйте вооруженных демонстрантов и убедитесь, что их увезли. Погодите, мне сначала надо найти эту сумасшедшую бабку, которая сбежала с дурдома. Странно как-то, оно время от времени то... Вот, мне кажется, вот это кто такая?
Оно время от времени на карте указывает. Камера. КПК. Так. Указывает на карте, куда нам нужно идти, а время от времени ни хрена, никаких стрелок не появляется. Куда нужно ехать? Вот вы видели, только что поступило сообщение, и я даже не знаю, где на карте оно там, что происходит. Тут ее только можно убрать. Непонятно. Ну-ка, бабуська, бабуська. Кстати, вот эту тёлку можно тоже, кстати, задержать. Смотрите, употребление алкогольных напитков. А, в общественном месте, да, смотрите. Давайте арестуем ее. Да, нарушение общественного порядка. Содержание алкоголя 2,39. Ой-ой-ой. Она хотела кинуться на меня. Ты где там, дорогая? Ну-ка стоять. Иди сюда. Иди сюда, родная. Так. Все, наше дело ее задержать. Потом патруль сейчас по-любому подкатит. Не увезет ее полицейский участок. Да как так-то? Я же его арестовал. Я же арестовал эту бабу и, блин. Опа-на. Это у нас эти демонстранты. Опа-на. Ты, блядь, вооружен. Вооружен и очень опасен. Ты кто такая? Ты не та сумасшедшая бабка, нет. Да, скорая, кстати, примчалась очень быстро, а там полицейские на вызов так и не приехали, где было распитие алкогольных напитков. Так, ладно. Камера. Камера зачем нужна мобильного телефона? Так, давайте просто прогуляемся. Может, просто ее нужно сфотографировать, как-то вычислить, я не знаю. Зачем нужна камера мобильного телефона? Все это, конечно, очень странно. Блин, тачку, конечно, набросили. Не очень хорошо, скажу я вам. Так. Так, ну там слева, по-моему, какая-то бабка шла где-то.
Или это вот эта калоша старая? Непонятно. Ладно, давайте выйдем. Может, это как бы распознает лица, я не знаю. По фото. Или что-то в этом роде. Ну, кстати, вот этот чувак не может пользоваться камерой. А она не может пользоваться, допустим, пистолетом. Так, Лина Бирглер. А имена даются? Шарлотт Шварц. То есть, может, вот таким методом по имени хотя бы тогда может найти. Я даже не знаю. Ну вот она точно не из дома престарелых, хотя... Блин, хрен его знает. Лиза Хартман. Нет, нет, точно не она. Где обычно тусуются бабки? Они обычно тусуются где-нибудь на лавочках во дворах. Но здесь, по-моему, такого нету совершенно. Так, блин. Там что-то ДТП какое-то произошло. Напишу, что нужно разобраться, съездить. Подождите, у меня более ответственное задание. Не ты та самая, нет. Точно нет. Так, мы, по-моему, уже куда-то, да, уже с карты уходим. Ты кто такая? Нет, не она. Я не знаю, друзья, может, это, конечно, опять очередной баг. Хрен его знает, блин, потому что, да, вот с тем заданием, вы видели, что... Чувак, просто которого я арестовал, он был подозреваем, но какого-то хрена так получилось, что не сработал, может, там скрипт, я не знаю чего, просто я его не мог арестовать, а когда перезапустил, я его арестовал, и вот мы начали с вами второе задание. Так что вот, я не знаю. Ну вот, ладно, друзья, короче, наверное, тогда буду заканчивать я на этом. Такой первый взгляд, конечно, да, наверное, это был первый мой и последний взгляд на эту игру. Я не знаю, как возможно, вот теперь я уже убедился, как возможно вообще в это долго играть, и можно вообще ли в это играть. Наверное, в это играть вообще, друзья, ну не знаю, невозможно. Вот, возьму пистолет, может, застрелим пешехода какого-нибудь. Нельзя это сделать. Нет, по-моему, это нельзя сделать. Тебя тоже пристрелить нельзя. Ладно, друзья, буду заканчивать на этом серию этой игры. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, друзья. Удачи!